для меня самое важное – это научиться красиво танцевать, держать осанку, ну, в общем-то, быть красивой, как всегда, в общем. Проверим. Ча-ча, раз. А когда хоть передышка-то будет? Я только что чуть не уронил. А у тебя есть гимнастка неприкосновенности? Да. Тебя трогать нельзя? Нет. Черт. С тобой только исключение. Ты мне и так, и ногу, и сюда, и туда. Не каждому такое счастье. Не каждому. В Госдуме еще не знают, чем я буду заниматься в чуть-чуть свободное время, которое у меня есть. Ты, я тебе еще не нравлюсь совсем? А я... Это... Нет, ты не нравишься. Ну, пойдет, да? Когда спир зубами в стенке. Вот, два и три. А вверх держи. Где достоинство? Вот. Вот. Вот эти достоинства держать. Два и три и ча-ча, раз и... Ну, поначалу, конечно же... Немножко нервно было, действительно, сама Света Хоркина. Я помню, как я смотрел на нее и по телевизору, и болел за нее всегда. А ты знаешь, со мной и танцуешь, ча-ча-ча. Здорово! Светлана Хоркина и финалист чемпионата России Ян Гальперин. Как олимпийская чемпионка или как депутат Государственной Думы? Как женщина. Ян, а с кем вы сейчас позволяли себе такие вольности? По-моему, просто с красивой девушкой. Ну, я как-то старался отключиться от всех регалий Светланы и наслаждаться движением вместе. А что было самым сложным в освоении этого танца? Танцевать ВКонтакте. Вот как? Так как она девушка очень воспитанная, и тяжело было стоять в контакте с молодым человеком, мало ей знакомым. Но со временем эта проблема... Да, как-то... отпала. Ушла сама собой? Да. Слава Богу! Николай. Все прекрасно. Так еще не крутил задом ни один депутат на свете. Света, а в Государственной Думе не заругают вот за... Ну вот это вот... Я думаю, там открою школу свою по бальным танцам. Да? И заживете как люди. Алла, удалось ли Свете раскрыться в этом танце? Вообще, сама так хороша, а танец, на мой взгляд, был более скромным, да, чем позволяет обязана. Выходит танцевать ча-ча-ча, только уж надо так, чтобы тем более... Вы так много делали замечательного, и в театре в том числе, и у вас была замечательная актерская работа. Поэтому мне кажется, что это такой был пробный шар, и нас ждут большие сюрпризы от вас. Мы постараемся. У меня очень хороший партнер. Ну, по-моему, такая хорошая пара. Юрий Николаев. Я думаю, что выступать с Яном Гальпериным проще, чем прыгать через козла. Ну и приятнее. Угу.
Свет, ну ты всегда производила ощущение девушки сильной, властной. А кто же все-таки главный в вашей паре? Я. Но скажи, для тебя что важнее, оценки судей или все-таки симпатии зрителей? Конечно, симпатии зрителей и мнение моей семьи. Сначала смотрим оценки жюри. Станислав Попов. 9. Алла Сикалова. 7. Владимир Андрюхин. 8. Николай Цискорица. 8. Сумма баллов 32. И смс-сообщение по телефону 6060. Пара номер 11. Светлана Хоркина, Ян Гальперин. Шоу «Танцы со звездами».